Надо подтягивать силы, пока еще есть. Вот фигуры, которые стоят на начальной позиции, они как бы в игре участия не принимают. Оценить обстановку, просчитать ходы, найти решение. Здесь нужны логика и талант стратега. В Химках провели встречу шахматного клуба «Гамбит». Уже 8 лет сюда приходят дети и взрослые на интеллектуальные битвы. Исаак Парпиев играет в шахматы с 6 лет, научил отец. Говорит, этот вид спорта тренирует ум и помогает получать пятерки. В свои 9 мальчик уже вошел в тройку первенства Москвы по быстрым и классическим шахматам. Бьется наравне со взрослыми. Я бы хотел побить рекорд Карягина. Я бы хотел в 12 лет тоже стать гроссмейстером. Встречи шахматного клуба проходят на базе 16-й гимназии и 29-й школы. К тренеру Владимиру Герасимову приходят дети разных возрастов. Всего участников около 50. Дети учатся рассчитывать как-то свои действия на несколько ходов вперед. Вот шахматы в игре. И учат тому, что пригодится обязательно в жизни, потому что ребенок понимает, что прежде чем что-то сделать, он должен подумать. И вот шахматистов это качество развивается, и очень хорошо, что это именно вот с раннего такого детского возраста. Ученики Владимира Герасимова – призеры всевозможных турниров. Сборная школы неоднократно побеждала как на городском, так и на областном уровнях. Дальше только новые победы и рекорды. Алена Беляева, Ксения Брагина, Николай Забродин. Служба новостей.